Всем привет! Сегодня я иду в свой любимый магазин Miss Fit Pro, где, как вы знаете, я покупаю свои костюмы для фитнеса. Сейчас мы встретимся с Аней, и она расскажет нам про свой магазин и покажет ассортимент. Всем привет! Идея на самом деле пришла в голову спонтанно. Просто мне хотелось заниматься чем-то таким, что мне было бы самой интересно, чтобы это не было бы просто работой. Вот. А поскольку я сама занимаюсь спортом, то для меня одежда для фитнеса, как для любой девушки, это какая-то особая страсть. Так жаль, что их даришь, что ты. Ну, в первую очередь я отталкиваюсь от своих предпочтений, то есть я стараюсь заказывать такую одежду, которая нравится мне самой, которую я сама с удовольствием надела бы. А также мы прислушиваемся к нашим покупателям. Мы, то есть, стараемся удовлетворять какие-то конкретные запросы, когда к нам приходят фотографии. Также мы прислушиваемся в целом, что люди хотели бы видеть в нашем магазине. Ищем какие-то новые бренды, какие-то новые фасоны, расцветки. Стараемся расширять наш ассортимент именно в плане, чтобы он был разнообразный. Вот. Ну, я очень ответственно стараюсь подходить к выбору производителей, чтобы это были зарекомендовавшие себя бренды. У нас представлены бренды из России. Это, например, Эйфория, Фустронг. Есть Белоруссия, бренд Изивэ. Есть фабричный Китай. И наши знаменитые леггинсы с пушап-вставочками. Есть бренд Небиа, это Словакия. Вот сейчас у нас еще появился бренд Rider V, это Австралия. Мы работаем над этим ассортиментом и ожидаем поставку. Вот. Ну и в целом мы стараемся расширять ассортимент таким образом, чтобы мы могли угодить покупателю с различным бюджетом. То есть у нас есть вещи подешевле, есть подороже, на любой кошелек, на любой вкус, цвет, фасон. Покупатели, с 1 марта магазин переехал в новое помещение. Да, недавно мы переехали. Мы очень переживали, что наши покупатели не смогут нас найти в том месте, в котором они привыкли нас видеть. Вот. Но, слава богу, мы переехали недалеко. Мы находимся в том же самом здании, на том же самом этаже. Просто теперь мы перебрались в более такое заметное место. Находимся прямо рядом с Extreme Fitness. Вот. Но сейчас у нас более светлое, такое просторное помещение. Есть окошко. Нам здесь очень нравится, и мы приглашаем вас в гости.